Ребята, дорогие наши любимые слушатели, зрители, простите нас, что мы до сих пор не выпустили песни, не выпустили клипы. Мы правда все делаем, мы немного разгильдяи, но мы это делаем, мы очень уже хотим вот этим всем поделиться с вами. И у нас очень много материала, поэтому надеюсь, что скоро вы это уже все совсем услышите.